Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обнародовал в пятницу утвержденный президентом страны Тайипом Эрдоганом состав временного правительства. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган поручил Давутоглу сформировать в течение 5 дней временное правительство, которое будет действовать до досрочных выборов в парламент, намеченных на 1 ноября. В состав кабинета вошли 11 депутатов от правящей партии «Справедливости и развития», ПСР. 2 министерских поста займут представители прокурдской партии «Демократии народов», ПДН, 1, националистической партии «Национального движения», ПНД. 8 из 11 кандидатов от других оппозиционных партий отказались войти во временное правительство, сославшись на решение своих партий. Их место заняли независимые депутаты. Посты вице-премьеров во временном правительстве получили Тугрул Тюркиш, Джевдет Йылмаз, Ялчен Акдаган, Нуман Куртулмуш. На пост министра иностранных дел назначен Феридун Синирлиоглу, министра внутренних дел, Силами Алтынок, министра обороны, Веджди Гёнуль, министра энергетики и природных ресурсов, Алирыза Алабоун, министра экономики, Нихат Зейбекчи. ПСР победила на выборах 7 июня, но впервые с 2002 года потеряла парламентское большинство и не смогла в одиночку сформировать правительство. Президент Турции поручил 9 июля лидеру ПСР и действующему премьер-министру Давутоглу сформировать кабинет министров. Премьер провел коалиционные переговоры с лидерами 3 других парламентских партий, но они не принесли результата. После этого президент Турции объявил о досрочных выборах в парламент.